그 우리 사범도 그렇고 나도 그렇고 걔네 말고도 또 잘하는 애가 두세 명이 또 있어. И мнение моих тренеров, моих помощников, мое мнение тоже. Правда, кроме ваших ребят, есть еще несколько, там, 2-3 человека, которые очень на хорошем уровне. 겨루기를 잘하려고 그러는 게 아니라. Но мы обращали внимание не на то, что он хорошо пытается 겨루기 делать. 운동을 열심히 하려고 해. Видим его желание в принципе заниматься, стремление. 그래서 받은 거야, 그 아이가. Поэтому он заслужил получить такую медаль. 물론 걔보다 겨루기 잘하는 애도 많지. 예전에 우리가 там есть другие ребята, которые чисто кируги лучше даже его. Их то есть ваших. 우리가 제자들 키워다 보면 금메달 10개 딴 사람 보덤. 10개 따 가지고 싸가지 없는 놈 보덤. 예, жизненный опыт показывает. Не тот хороший спортсмен, который 10 золотых медалей завоевал. Но характером плохой. 은메달, 동메달 때도 마음이나 생각이 또 몸으로 열심히 하는 그런 아이가 우리가 좋은 제자다. 너 бывает такие ученики, которые могут еле-еле добираются до бронзы, серебра или вообще не до медали, но как человек, как ученик, он хорош, даже лучше. 아마 그 두 아이가 그렇게 열심히 하는 모습에 아마 메달을 받는 거야. И, наверное, нам бросилось в ваших двух учениках именно вот эти. 나우트카에도 원래 운동 겨루기 유라가 잘하는데. 나우트카에도 ребят тоже хорошо делают. Там Юра есть, который очень здорово. 그 큰 애가 열심히 하려고 그러잖아. 열심히. 실력은 안 돼도 막 하려고 하는 그런 모습. Нам понравилось ваш, который стремится. Через не могу хотят сделать. Вот это очень нравится. 그런 아이들이 앞으로 달라지고 우리가 가르치는데 보람을 느끼는 것이다. И вот такие люди в дальнейшем могут заменить нас, которые дадут хорошие плоды.